весит 84 килограмма, создающий прекрасные ароматы из побежденных им соперников. Мурат Парфюмер Абдулатипа! И его первый оппонент в этой схватке. Человек, который в столь юном возрасте является черным поясом по джиу-джитсу и наводит ужас на своих соперников своими острыми финишами. Коллекционирующий конечности Эмна Нотба Саида! Уважаемые болельщики, настроим спортсменов на зрелищную схватку. Ваши аплодисменты. Итак, уважаемые друзья, следующий на проходе.